Эй, помогите мне! Что случилось? Мой муж пропал. Вчера он уплыл рыбачить к берегу Анафи и не вернулся. Скучаешь по нему? Я не просто скучаю по мужу. Боюсь, ему грозит опасность. Какая опасность? Пираты. Их видели у наших берегов. Я говорила, что плыть опасно, но рыба-меч требует денег. Кто это рыба-меч? Мой муж знает о нем больше, чем я. Спаси его, и он тебе расскажет. Если его схватили пираты, он уже мертв. Я еще надеюсь. У него быстрая лодка. Увидев пиратов, он мог пристать к берегу. Я спасу твоего мужа. За плату. Я найду денег. Только спаси. Я его разыщу. Откуда начать? Он рыбачит у западного берега Анафи. Плыви на север. Если он жив, вернется. Хвала богам! Мистий, помоги мне! Что случилось? Морские бури не утихают! Посейдон зол на нас! Вы уже приносили жертвы? Обычных жертв недостаточно! Нужно совершить ритуал! А для этого нужен особый обрядовый топор! Это он? Это, по-твоему, топор? Да он же тупой! Топор Аркалахариона! Рыба-меч будет счастлив! Дай-ка взглянуть на него! Не так быстро. Что тебе нужно, Мистий? Обещанное. А за этот топор хорошо заплатят. Нет, не продавай его! Отдай мне! Возьми все мои деньги! Топор принадлежит тебе. Держи. Я уже начала волноваться. Спасибо за помощь.
Ну что, поехали. Легендарный Кнос. Когда-то здесь правил царь Минос. Не трожь сундук, он мой. Я не вор, но будь я им, я бы не взял этот хлам. Это не хлам. Эти руины. Странное место для лагеря. Зачем ты здесь? Давным-давно мой отец, искатель приключений Никиус, вошел в лабиринт прямо под нами, чтобы украсть сокровища Минотавра. Снаружи я слышал вопли и рев, а потом выбежали его люди. Отца с ними не было. Нужно спасти его. Минотавр достойный противник. Но разве Тесей не убил его? Нет, Мистий. Он вполне себе жив и здоров. Где же он? Ты сказал, лабиринт под нами. Да, под храмом есть жуткого вида потайной ход. Отведи меня. Я убью Минотавра и найду твоего отца. Ты не врешь? Я убью Минотавра и найду твоего отца. Спасибо, Мистий. Мне никто не верит. Ха. Успокойся и отведи меня к лабиринту. Как тебя зовут? Ардос. Ну, за мной. Вход находится там, в самом низу. Вон там, внизу. У тебя голова пойдет кругом, Мистий. И огромная дыра в полу, и огромная дыра. Все сею
убил Минотавра. Нож! Я слышал! Рев как грома! Да, точно! Минотавр все еще жив и голоден. Славно. Рад, что ты мне повстречался. Теперь у папы есть шанс выбраться из лабиринта. Зачем было делать вход так глубоко? Еще чуть-чуть. Похоже, ты не мой. Мы пришли. Разве не удивительно? Я многое повидал, но это... Удивительно! Значит, Минотавр обитает под Кносским дворцом. Открывай. Пора убить Минотавра. Да. Заперто. Не волнуйся, мы найдем путь. Может, ты что-то знаешь? Не знаю, но знают люди, которые были в лабиринте с папой. Я хотел узнать у них, но... Они со мной не говорят. Со мной придется. Кто эти люди? Собиратель, Рыба-меч и мой старый опекун. Мой опекун – занудный старик. Не хотел говорить об отце или Минотавре. Так что я решил сам все выяснить и ушел от него. Ха, лихо. Собиратель скупает всякие странные вещи. Он купец в Гортине. О, и последний. Его зовут Рыба-меч. Хм, ну да. Он главный в бухте осьминогов, и он злой. Где мне искать рыбу-меч? Начни поиски в уголке рыбака в Гераклионе. Рыбу-меч давно не видно. Может, он мертв? Рыба-меч? Должно быть, у него длинный нос. Нет, нет. Он хорошо владеет мечом и... Владеет рыбой? Вроде. А где найти собирателя? В Гортине. Его чудной дом находится рядом с какими-то красными колоннами. Я одолжил у него пару вещиц. У него их так много, он и не заметил. Не пытайся одолжить что-то у меня. У тебя? Ни за что. Не заметишь. Расскажи об этом старике. В общем, мой опекун недавно прислал мне весточку. Он хочет встретиться в Фесте. Как мило. Ха! Он не хотел говорить о папе или Минотавре. Вообще. Поэтому я и ушел. Я встречусь с ним и, может, что-то узнаю. Он будет ждать в нашем старом доме к северо-востоку, рядом с Фестом. Где, говоришь, твой опекун? Бывший опекун. Он будет ждать в нашем старом доме к северо-востоку, рядом с Фестом.
Я развяжу им язык. Thank you.
Нужно действовать осторожно. Кой вас напуган, тщедушен или слаб? Кто из вас силен? А, да ты могучий воин! Ты пришел за почетом? За славой? За неизбежной смертью? За всем, кроме последнего. Тогда ты здесь ради Минотавра! Не вижу у вас лабиринта, но раз уж здесь можно поохотиться на Минотавра, я слушаю. Тогда слушай внимательно. Убей его, и станешь знаменитым, как Тесей! А также заберешь домой приз Певки! Ваш Минотавр умрет. Значит, у нас есть соискатель! Настало время испытаний! Предварительно. Ты что, сказал предварительные испытания?
перед встречей с Минотавром нужно пройти 3 героических испытания. Мы не можем отправлять людей, только сошедших с корабля, на убой. Таковы правила. Расскажи о Минотавре. Ни человек и ни зверь. Чудовище! Его рога остры, как клинки, а клинки остры, как... Рога? Нет, не так. Вечно путаю. Яркий образ. Видел его своими глазами? 100 раз. И скажу вот что. Из его логова еще никто не возвращался. О каком призе певки ты говоришь? Это богатство на всю жизнь. Тем воинам, кого убил Минотавр, деньги уже не нужны. Из них и состоит приз певки. Для того, кто сможет победить Минотавра. Вы забираете деньги у мертвых? Поверь, большая часть этих денег идет в специальный приют для детей, чьи родители были зверски убиты Минотавром. Ясно. И что именно меня ждет на испытаниях? Испытание силы, где против тебя выступит лучший боец Крита. Испытание меткости, где поможет лишь зоркость. И испытание стойкости, где твоим противником будет вода. Одно из испытаний заплыв? За нос меня вздумал водить. Что? Да как ты... Да как тебе это в голову пришло? Совести у тебя нет. Я пройду их все. И заплыв? И заплыв. А затем уйду с головой Минотавра. Замечательно. Не забудь взять жетоны у судей, чтобы доказать мне свои успехи. А. Еще один воин пришел спасти нас от длинных очередей и дорогих сувениров. А, это моя жена Кора. Редкая красавица и... всегда говорит то, что думает. Леандрос, прошу, слова отнюдь не самое важное. Не все воины живут ради славы. Семья всегда будет важнее. Согласна с тобой. Я так всегда и говорю мужу, этому трусливому слизняку. Эй! Это наша дочь. Ваша дочь? Амара. Она сбежала. Она... С ней все хорошо. Да и хватит об Амаре. Здесь рядом неубитый Минотавр. Трах! Бах! Жаркий бой, реки крови. Подумай о славе, подумай о призе певки. Прошу, поверь, в певке все не то, чем кажется. Решив одну проблему, можно решить все остальные. Немедли, герой. Предварительные испытания ждут тебя. Так докажите это! Узрите его кровавые копыта! Узрите его испачканные внутренностями рога! Услышьте его рев! Выйдите один на один с мифом, с чудищем! Надеюсь, капитан вернется и доставит меня домой. Он забрал мои деньги. Надеюсь, капитан вернется и доставит меня домой.
Ладно. Здравствуй! Приветствую в Певке, на родине Минотавра и всемирно известных туник. Туники, туники Минотавра. Один размер для всех. И как один размер подойдет всем? Меня зовут Арсений. Если хочешь узнать, как победить Минотавра и стать знаменитым героем Греции, я могу рассказать. Молодец, парень. Расскажи мне. Не боишься, что кто-то украдет твои всемирно известные туники? А кто? Это для Минотавров. Посмотри на статуи. Минотавр – серьезный противник. Помни мой урок. Он ненавидит, когда его колют. Особенно острым оружием. Это его единственная слабость. Смотри, это статуя Минотавра. Сам Минотавр может быть меньше. А где остальное? На холме. Ее не смогли удержать, когда переставляли. Двое погибли. Их разрубило пополам рогами. Два рога, четыре половины. Даже статуи Минотавра опасны. Да, опаснее всего. Говорят, даже Тесея убила статуя Минотавра. Я знаю истории о Минотавре. В них Тесей больше похож на героя. Что ж, спартанцы всегда лучше дрались, чем думали, да? Может, ты и в Медузу веришь? Продолжим наш поход. Здесь, в Певке, герой всегда прав. Сюда. Смотри, это не камень, а помет Минотавра. Он только что здесь проходил. Странно, что мы его не видели. Еще один секрет, кроме меня его не знает никто. Минотавр не любит рано вставать. Честно, я разбираюсь здесь в Минотавра. Любят Минотавра. Я уже 27 лет в этом деле. И вот еще один секрет. Надеюсь, Арсений-младший однажды займет мое место. Славный малыш, славный. Воины из всех уголков Греции приезжают сюда, чтобы сразить Минотавра. Они надеются добыть его голову. Но пока... никто не преуспел. Но если выпьешь эликсир из копыт Минотавра, то получишь его силу и победишь. Откуда у тебя эликсир из копыт Минотавра? Сделал из копыт Минотавра. Что непонятного? Все в названии. Ага. И от чего может вылечить этот твой эликсир? От всего, что беспокоит. Горло, старые раны, зуд в местах, которые не почешешь на людях. Он вылечит сожаление о потерянном времени. Да! Дай угадаю, эликсир у тебя с собой? Папа всегда говорил мне, не выходи из дома без толченых копыт чудовища. Пригодится может все, даже эликсир из копыт. Мудрое вложение, мой обеспеченный друг. Идем, это не все, что тут есть. Я не говорю, что это я сломал статую Минотавра, но не говорю, что это был не я. На этом тур окончен. Это все? Ты ничего не рассказал о Минотавре? Мои клиенты всегда довольны. Можешь заплатить моим приятелям за выход. И еще раз добро пожаловать в Певку. Не получишь ни одной монеты. Что? Ни одной? Я заберу все! Вперед! Осторожно, пройдет! Нужно не попадать! Отдай мне кошель!
У тебя нет шанса! Ты заслужил скидку на туники Минотавра. О! Знаешь что? Это был славный тур. Тур дружбы. Я заплачу тебе за него. Вот, огромная плата за тур истинной дружбы. Приятно иметь с тобой дело. Эй! Да? Каково быть мистием? А, неплохо. А также полу и четверть богам и иным олимпийцам принимать участие воспрещается. И не толкайтесь, Минотавра хватит на всех. Кто из вас напуган? Как душен или слаб? Кто из вас силен? Скажите это! Харя, тщедушный боец, ты что, считаешь, что твое чахлое тельце выдержит испытание силы? Да? Мое чахлое тельце способно на многое. Ха-ха, смело! Делать вид, что у тебя есть шанс выстоять против такого славного воина, как я. Мы можем сразиться за жетон, да, но не хочешь ли ты купить его и остаться неповерженным? Да? Нет. Сразимся. Ты точно не хочешь отдать мне свои драхмы? Сразимся. Что ж, начнем повержение. Зря не купил жетон, да? Чудная цена. Но я назначил новую. Твоя жизнь. Я буду ковыряться в зубах твоими костями. Победы совсем другой вкус. Бей. Что? Что я чувствую? Что это? Вкус поражения. Поражение? Побеждать лучше, да? Возьми, жетон силы твой. Хорошего дня, и не бей меня больше, прошу. Нужно собрать все три жетона. Можно отдохнуть? У меня уже и правда ноги смотрят.
Сколько можно? Где они? И почему? Куда они запропастились? Их мать скормит меня проклятому минотавру. Похоже, это испытание точности. М? О, да, это испытание точного поиска моих проклятых сыновей. Вот как? Странное испытание. Ты растил сыновей? Нет, испытание сложнее. Только пройдя знаменитое, полностью правомерное испытание точного поиска моих сыновей, ты встретишься с Минотавром. Ну, так если я найду твоих сыновей, ты дашь мне жетон испытания? Ты получишь жетон и мою благодарность. Я найду твоих сыновей и вытащу их из передряги, куда они угодили. Обычно они прячутся в полях позади. Советую подготовиться морально и физически. Тебя ждет величайшее испытание. Чтобы найти твоих сыновей, мне нужно знать о них больше. Они паршивцы. Чудные, милые, но паршивцы. С ними нет сладу. Может, хоть тебя послушают. Ты сказал, что твои сыновья где-то в полях, но этого мало. Лазают где-нибудь, по зданиям, башням, в посевах. Точно! Посевы достаточно высокие, чтобы они могли спрятаться. Я зову их, а они не слушают. Меня послушают. Не бойся, я верну твоих сыновей. Нужно найти всех троих. Поспеши, моя жена не поверит, что они молятся в храме так долго. Нашел. Вижу его. Это он. Бегите домой и слушайтесь отца. Или я пожалуюсь Минотавру. Но! Ненавижу тебя! Ой, рука! Все хорошо, можешь уходить. Меня здесь вообще нет. То, что ты сломал, дорого стоило. Папа наверняка убьет тебя. Конечно. Домой. Ну! Мне все еще нужно найти остальных мальчиков. Беги, отец ждет. И слушай его, если он зовет тебя. Хорошо, я понял. Последний мальчик. Можно возвращаться к их отцу. Сегодня мы встретимся с Лизой.
Они вернулись! Ты был прав. Они паршивцы. Они впрямь послушали тебя. Испытание точного поиска моих сыновей пройдено! Это будет моя самая запоминающаяся победа. Так, жетоны у меня. Встречусь с Леандросом в приюте воина. Ugh.
Вот ваши проклятые жетоны. Никаких больше игр, никаких испытаний. Я пришел за Минотавром! Разумеется, Мисти. Давно пора. Но сперва... Не хочешь ли ты купить эти великолепные жетоны на память? Срок действия предложения... О, боги! Это отличный подарок. Ни одной драхмы больше. Ну, разве ты не захочешь взять что-то на память о предварительных испытаниях? Я... Прости. И теперь тебе осталось лишь сразиться с самим Минотавром. Готов встретить свою смерть? Судя по предварительным испытаниям, да, готов. Ну вот, славно. Я рад, что вы сразитесь с Минотавром. Ты найдешь чудовище в пещере храбрых на плато Дикти. Еще два воина прошли предварительные испытания. Можешь поговорить с ними. Они пойдут с тобой, когда будешь готов, ну знаешь, умереть. Ты проделал такой путь. Идем с нами. Нет. Я никак не могу пропустить свой урок лепки. Так что... А вы, должно быть, воины. Смотри, брат! Последний участник нашего отряда для охоты на Минотавра. Когда чудовище узрит нашу мощь, оно замычит от страха. Минотавры ведь мычат? Если никто не возражает, я нанесу роковой удар. Ну, или просто скажем, что нанес. Готов согласиться на «сыграл ключевую роль в убийстве Минотавра», отвлекая его на себя. Смертельный удар нанесет тот, кто проявит мастерство и отвагу в бою. Значит, я буду носить его потроха, как ожерелье. А, все закончится хорошо. Ну что, ты готов ехать? Убьем Минотавра. Леандрос говорит, что он живет в пещере храбрых на плато Дикти. Да начнется минотурнир! Минотавр ест людей и обитает совсем рядом с жителями Веб. Почему он не сожрал их всех? Давай. Может, его не устраивает. Ну, давай. Узри, брат! Это обитель Минотавра. Давай. Могучий крик! Я думал, нас ждет не слава, только смерть!
Да! Похоже, здесь живет чудовище. Я Минотавр. О! Что? Брось все ценное и беги, смертный. Оставь деньги, и я отпущу тебя. Иначе тебя ждет смерть от копыт. Му-му! Страшно? Лака! Буду резать вас, пока не объясните мне, что происходит! Сказал, да ну его. Здравствуй. Хватит крови. Убери свои рога подальше и расскажи мне, что происходит. Ты можешь снять маску. Леандрос? Я говорил, что здесь все не то, чем кажется. С радостью возмещу любые убытки, Прошу, они похитили мою дочь. Люди в масках держат Амару где-то в ущельях плато Дикти. Люди в масках? В каких масках? Ну, в белых, как мрамор, с кровью из глазниц. Жуткий вид. Это культ. Вся певка у них в руках. Они заманивают героев со всего мира сказками о Минотавре, чтобы расправиться с ними под покровом тьмы. Это бесчестно. Амару убьют, если я не подчинюсь. Если перестану лгать, или скажу жене, или позову на помощь, она умрет. Расскажи об Амаре. Моя дочь. Ее смех ярче, чем сам солнечный свет. Она мое счастье. Счастье, которое они украли. Им нужно мое красноречие, чтобы заманивать богачей на испытания. Они знают. Ради Амары я пойду на все. Ты сказал, что культ... люди в масках держат Амару в ущельях плато Дикти. Там очень много ущелий. Но только в одном из них, моя дочь. Там стоит Закрос. Древние руины, служащие оплотом людям в масках. Каждую ночь я надеюсь увидеть ее там. Но все напрасно. Боюсь, что они держат ее в темнице под землей. И сколько человек ты обрек на смерть своими речами? Тысячи? Больше. Но что их жизни рядом с жизнью моей дочки? Она все, что у меня есть. Но теперь ты поможешь мне? Ведь так ты спасешь ее, да? Скажи мне, чьей помощи ждет Амара? Моей или своего отца? Будь смелым, Леандрос. Быть смелым, да. Ты прав. Я помогу дочери во что бы то ни стало. Прошу, пойдем со мной. Ты спасешь Амару вместе со мной. Спасибо. Встретимся перед руинами Закроса на плато Дикти. Там моя дочь. И там же должен быть я. Люди в масках. Действует слаженно и без страха. Их оружие не меч, а наша жадность. На этом спектакле каждый купец, каждый грек и его раб наживаются так, как не снилось Мидасу.
Миф о Минотавре делает нас богаче. О цене мы не думаем. Да, костюм натирает. А ведь я использовал бутыль масла. Трудно дышать в костюме столь прекрасном. О, Зевс, как в этих мехах жарко. Ты Минотавр. Ты Минотавр. Ты Минотавр. Ты Минотавр. Нет, нет, перед этим получилось лучше. Я здесь, Амара. Ничего не бойся. Ты тоже не бойся, Леандрос. Ты нужен ей.